Майя Коновалова пришла на церемонию закрытия 28-го международного фестиваля «Кино детям» вместе с дедушкой. Не по годам серьезная девочка, одна из создателей анимационного фильма «Сотворение мира нашего общего дома». Мультипликационная студия при храме Марии Египетской получила диплом победителя. Мы лепим святые, мы лепим зайчиков, кроликов, яички лепим, и лепим котиков там. Лепим деревья, чтобы снимать их. Перед началом церемонии закрытия фестиваля гостей угощали мороженым и развлекали аниматоры. Затем началась процедура награждения победителей, среди которых немало творческих коллективов из Самарского региона. Хотелось бы, чтобы они сделали что-то полезное для страны, чтобы с этим новым поколением наше государство все-таки процветало. Вот фестиваль, мне кажется, решает эту задачу, чтобы наши дети стали умнее, талантливее. И главное, чтобы они были патриотами своей страны. В конкурсную программу Международного кинофестиваля вошла 71 работа. Эти фильмы были представлены в 13 номинациях. По традиции, картины оценивали эксперты двух жюри – детского и взрослого. Очень много молодых работ, и это радует. Именно молодых работ. И молодых режиссеров, и молодых актеров, и молодых документальных работ. И это все связывает нас с будущим, поскольку мы все-таки взрослые люди, а молодежи надо давать идти вперед. Организаторы пообещали, что подарки получат все коллективы-участники фестиваля. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.